Ждем по 10 минут, пока он там зайдет. Алло, куда делся? Да. Сейчас, секунду. Все, готов. Да я, блядь, разу проверял эту жатву, нихуя не достает до босса нормального стояния. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Альшанчо, ешь их возле себя. Да, это аура. Не, ну там да, есть пару секунд, ну стрёмно отдавать Т5, потому что сразу бы. Да я уже. Кто мелких напулил? Да я отдал до того, как мелкие появились. А, умер. Меня вот очень простило. Это... Я с другой стороны обычно захожу. Не с этой, не с...
я успел проскочить. Я прям в ебле появился. Нормально. Ну, понимаешь, я обычно вот, вот отсюда заходил, вот. Вот со стороны вот тут. Я сюда заходил. Ну пусть заходит оттуда, какая разница. Лучше слышу. Поставил правильно. Заходи. Хоть с разгона прыгай в него. Главное, поставь правильно, и чтобы тебя... Что это было во тьме? Это был бонус. Не должен спина к спине стоять, да? Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. 5. Краску по ДК. МП5 по там. Блять, Ваниэль, ты поставишь себе уже этот мод? У него есть. Нету. Разве там три уже было? Вадим Паладин. Нет. Ники, прочитай. Большое здоровье. Растут мелкие, видите? Хорош. Это я здесь пылил, потому что опять 7 секунд жду, он не выходит. Можно хоть немножко думать? Маленького, маленького, зафокусите, РДТ. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Зашел, прошел. План на место. Так мы что, заходить-то будем, нет? Да. Заходите, заходите. Метка, 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 выйди, метка, выйди, метка, выйди. Я выхожу. Немного еще. Эх, вот все. Какую из пяти? Да, уже прошло. Беги, малышка, беги! Небеса в огне.
Тьма, стоп. Все, иди. На... Постойте только. Метеор, метеор. Ну как вы дохнете? Спасибо. А он остался, да? А вот мне простило. У нас два хила в свету сейчас было. А вы ГП не но... даете? Причем тут... один из них был ДЦ. А при чем тут свет? У нас в тьме танк сдох. А вы ГП с лаки не даете? Я вам говорю, в виду было два хила. Это значит, надо понимать, вот, что может... в тьме было четыре хила. И четыре хила не удержало в тьме одного танка. Войт, может, ты на ДК зайдешь или тебе на медведя надо? Вы в 4 хила уронили одного танка в тьме? Подожди, давай как это... Понимаешь? Есть приор войд на шмотки на друиды? Метками, пожалуйста, быстрее выходите, не ждите, не стойте там под боссом, пожалуйста. Я возьму. Ура. Да тебе приснилось просто. Дайте мало-то там джутся. Починиться. На тебе. Благодарствую. Зачем ты его кикнул с рейда на замену бы поставил? У этого... А, все, все, не валай. Тыкните. Ял бы его со второй пати, убрал бы друида. Ну тыкните на сум. Тут уже все. Сейчас тьму будет танчить.
Подожди, я тьму хилю? Нихуя себе ты вовремя сказал. Не успеет. Свет танчит. Кто? Залейте Инера и Япончику. Так, на позицию. Ну, кто танчит? Давай. Давай, понял. Давай. Есть сила. Летишь. Вынеси. Вынеси. Нет. Вынеси. Нет. Заходим на пол, это опять не ударило. Все ударило. Метку, метка, метка стоит. Несу, несу. Сейчас буду крутить. Сейчас. 3, 2, 1. Да ну серьезно. Маски, осторожно. Сейчас будет кривое лезвие. Приготовь. Метку выноси, метку. Классно. Писать 4. Портал сейчас появится в другом месте, мы можем успеть. И он появился в другом месте. Лезли аккуратно. Не бейте пока тьму. Не дамажьте босса, хорош. Портал справа от вас. Там метеор все вышли, весь свет метеор вышел. Вот он дохнешь? Да. Сперегар будет. Понимаю. Ой, если ты... Ты в тьме был? Давай я по анонсу бить или не бить. И им сказал первый бить в тьме. Они и били. Я им сказал, то, что можете не успеть.
том-то и дело, что ты их не видишь, но ну, ну, что нам надо делать? Убиваем будет. И находится 23 человека и 20 думают, что им нужно бить, а не нужно бить. Это их проблема. Ой, тебя порой сложно перебить. Где рыба? Ну, так все видно, больше 50 мест. Процентаж перевода. Из тьмы. Процент перевода на третью фазу во тьме какой? 50%. 50. Ровно. Ты лагаешь, нихуя не слышно. 50% он сказал. Ровно 50%. 50%. Ой, блять, какой процент перевода? 50% тебе говорят. Отлично. Половину так точно. Япончик у меня лагает. У меня сопрот кончился. Да пофиг там. Там спрашивают, почему без сопрот. Я сначала в свет поставил, потом в тьму. У меня столько сопротов нету. Акро, Хават. Маленькие тоже. Залейте вон у танка маленького, залейте РТД. А, бежим. Заходим Т5 нормально. Звездочка на правую сторону. Стоим. Сейчас лезвие 5 секунд. 4, 3. Не 6. Кручу. Смотрим. Лезвие. 5 секунд. Мет. Переводить.
52% агрессивность. Стопнули, тьма, не бейте. Портал справа от вас. Сейчас метеор падать будет, метеор аккуратно. Лезвие опять. Тьма, бейте. Свет, стоп. Свет, бейте. Свет, аккуратнее. Подбиваю. Свет, стоп. Нет, свет, бейте. Нет, свет нормальный. Ларай путаешь чуть-чуть. Пойду, пока Айзек держит. Спалься. Ну, не спалься. А, понимаю. И как вы там сдохнете? Тьма, стоп. А, понятно. Умирайте. Чё, с хилом проблемы, да, вы? Братска, дело не надо отдавать. Смысла нет. Почему нет смысла? Шмот не ломается. Босс не выйдет. Не выйдет. Ты сними. Сколько снял. Сколько еще пулов будет? Есть смысл саппорт покупать эти? Пока не убьем. Окей. Туманечь тогда. Бля, в чем проблема? Можешь сказать, блядь? А, в чем свет проблема? Сейчас умер? Просто Войд сдох и все. Он потому что его не хилили. У вас может один хил чисто просто сеть и оверхилить Войда постоянно. Я тут делаю с коватом это. Все время оверхилю. Войда, тебе не спину уебало, когда ты переводил? Тебя убил ровно под боссом просто. А кто у нас из хилов в свету был? Его бэрнули, но было уже поздно. Поставьте, пожалуйста, маму. Мне интересно, почему так долго бэрнули? Или Дживс? А, спасибо. Спасибо. Суманите меня, пожалуйста. Спасибо за... Тыкните. Кстати, 4-5. Он бы возьму хорошо зашел. Дайте лапку. Лав даем. И МП5 по паладинам тоже хочу увидеть. Ой, блядь, сейчас паладинам МП5 давай, блядь. Сколько у нас друида в рейде? Намек. Поставьте еще раз маунт. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпало честь. Ебать. Начало эры разрушения. Ресы тебе. Ресы. Поставьте маунт, попросил. Джип стоит возле кольца, ебальщик, рыба возле меня.
зайди сюда, рыба здесь. Может. Вот рыба, прыгай, если надо. Пристабал, дайте. Метеор. Из огня. Метеор. Чипсы. Нормально, опять прошло. Заходим. Неси. Лезвие смотрим. Подкручиваю. Адванс вылетел. Ревность. Стопнули по боссу. Босса не бейте. Бейте, переводите. Переводить, переводить. Смотрим портал. Справа от вас. Свет, больше ДПС. Свет, топните, стопните, свет. Бейте свет. Свет, стоп. Свет, стоп. Бейте свет. Тьма, стоп. Это что было? Ладно, Вага, что, я не нужен? Обеть. Не все. А, понял. Ты, наверное, нет? Слышь, Вага? Говорю же, нет, наверное.
Ладно, я туда поехал, отъеду. Этаж повисит пока. Я а это можно? 10. Можно вы отметить? Ну, в принципе, могу ли вернуть, если надо. Вернешься, можешь не ливать. Ну да, все, ехал. Что во тьме? Да диспели чуть пораньше, а то я, блядь, у лужи с одной стороны постоял, лезвие пришли, блядь, оббежал эту лужу, стал с другой стороны, только потом сдиспелили. А зачем ты побежал под морду? Под какую морду? Меня лезвие догнали уже. Тебя, не, тебя убило не лезвие, тебя убило... Ну, а, ты... ну в смысле, там была лужа сзади рейда. Я тебя спрашиваю, зачем я... ты побежал под морду? А зеленка не снимает метку? Зеленка. Нет. Конкретно, зачем ты побежал под морду? Ты вынес правильно сзади, потом взял, оббежал. Зачем-то? Покатать. Блять, потому что меня не диспелили, а шла ебаная, блять, метка. Я от нее отбежал. Ну, так и беги под хвост. Зачем ты бежал под морду? Еще раз спрашиваю. Теперь, когда стало достаточно тихо, можно я поговорю? Вывести вас, пожалуйста, на теле парень. Прибежали. В таком мире принц. Когда ты по-большому сыграли. Готовились 5 секунд. Кто у нас святухи? Два прохила. Прибежали. Слышь, куда? После 3% быстрее. 2%, 1. Давайте быстрее 5 секунд. Все. Дайте по ним ухоты. Можно? Заходим, только аккуратно. На звездочка ваша метка. Выйди, Далок. Альт F4 за агрессу или? Ладно, диспелите чуть-чуть. 5 секунд, начинай подкручивать. Подкручиваю, смотрю. Звездочка, бегите. Прохиливается танк. Звездочку стали кучнее. Велики, вы дотягиваетесь на приступ. Бьем босса, никто не стопает. Лезвие опять. Бьем босса. Больше, больше ДПС.
быстрее 2%. 1%. Быстро порталы реагировали. Если справа, то быстро вправо. Справа, быстро. Святой метеорит, приготовились. Перебегаем. Быстро сейчас увидишь, куда ли. Стопните сверх. Стопните сверхопо. По большому доту дали, а уешь куда ли. Тьма, стопните пока что. Тьма, бейте. Прибежали. Задутайте просто, Халеон. Тьма там аккуратнее, подбивайте, не трэш забивайте. Тьма, стоп. Свет аккуратнее. Прибежали, свет. Просто задотайте. Тьма, мы трэш заливать будем, не бейтесь. Свету по команде Фоджа дожги. Тьма, аккуратнее. Тьма, аккуратнее. Свету, Фоджа, дай Геру. В тьме дайте Геру. Хочу чипса. Свет, стоп. Свет, стоп. Танка держите. Атакуйте босса. 1 000 000. Забейте на трэш. Просто весь босс. Все. Весь босс. Я не знаю, ура, чего блядь. Вот я просто зашел. Все, все псы молчат. О, апокал анрол мне. Апокал и запы упали. Тьма, все, я давай. Ступите апокал, блядь, заплачено. Все, блядь, ты че, мудак? Апокалы, шея и зап. Это охуенный дроп, ребят. Кто может спать? Плохо на самом деле. Делайте. Нам нужен упор на хилов сейчас в последнее время. У нас хилы достаточно слабенькие. Ну, мы же там не хотим до уровня кого там, думхаммеров опускаться. Хули, будем молиться, блядь, ждать, пока к нам хилы придут. Мы не будем молиться и ждать, пока к нам хилы придут, мы просто будем своих хилов одевать. Ну вот, своих они есть? Пончик есть, смотри. Да нет, тут хэпал нужен. А кто вместо кого-то тьму танчить будет? Рой или нет? Или идем Джайну мучить? Ну чё, обкурились что ли? Нет. Какая Джайна? Какой Джайна?
ее вечерний еще не потравил даже нормально. Погоди, там портал же, да, маг постоять? Ктофей. Че? Погнали охоту. Сейчас они портанутся, я пойду.